Лучший метод борьбы с огнем – профилактика. Летом, в самый пожароопасный период, ежедневно представители служб безопасности Щелковского района патрулируют территорию муниципалитета, чтобы вовремя пресечь угрозу пожара и напомнить несознательным жителям, что отдых на природе – это, конечно, хорошо, но с огнем шутки плохи. Каждый день утром проходят совместные разводы и распределение групп, патрулирующих определенные маршруты. Первая группа у нас в составе сотрудников администрации, полиции, сотрудников отдела надзорной деятельности будет осуществлять патрулирование лесных массивов, водоемов в районе Щелково-7. Так, в минувшую субботу патрулировать Щелковский район были направлены 9 групп, в которые вошли сотрудники пожарно-спасательной службы, полиции, надзорных органов, отдела безопасности районной администрации и даже народной дружины. Их основной целью стала профилактика угрозы поджогов, разведение огня в несанкционированных местах, а также соблюдение отдыхающими правил безопасного поведения на воде. В последнее время участились поджоги, несанкционированные в лесах. Участились случаи возгораний. В области введен режим чрезвычайной ситуации. Каждое утро у нас проходят совместные разводы для патрулирования территории Щелковского муниципального района в целях пресечения различного вида поджогов. Всего в прошедшем рейде приняли участие более 50 представителей служб безопасности района, а также 6 единиц техники. Александра Гранич, Станислав Беляев, телерадиокомпания «Щелково».